я боюсь, что я не смогу. Завидую людям, те, кто это могут, как бы, ну, что, знаю, что это полезно, но, как бы, не все могут. Иногда купаемся по возможности. В этом году, ну, возможно, поедем купаться. Нет, не купаемся, не собираемся. Холодно. Нет, не купались и не будем. А почему так, скажите? Ну, пока по здоровью, наверное, не можем. Нет, не буду делать, к сожалению, мышцы болят. Не знаю, наверное, какой-то страх немного. Но поехать поеду. А что, поддерживать кого-то будете? Да, буду поддерживать. Буду поддерживать сестру, буду поддерживать соседей. Ну, в поддержку поеду. Просто охота попробовать, если честно сказать. А у вас в этом году есть такая возможность? Как настрой? Не знаю, ну вроде пока есть, потом не знаю, какой будет. У меня вот брат каждый год купается, уже лет 10, наверное, купается в проруби. Не буду делать. Холодно. Нет, не купались, хотели, но вот ждем пополнения. Муж всегда купается. А что для вас означает этот обряд? Ну, наверное, освящение. Отпускают грехи, когда купаешься. А дочь у меня каждый год купается. Ездит туда где-то к мосту с подружкой, и там они каждый год. И не болеет, после этого не болеет. Я всегда говорю, ну заболеешь же. Она говорит, нет, мне наоборот хорошо. А что для вас означает этот обряд? Ничего. То есть, в принципе, вы как-то к этому празднику нейтрально относитесь? Да, но в проруби холодно. Ну, очищение, наверное, как и для всех, от грехов наших. Ну, смывание, во-первых, грехов всех. Ну и так, для здоровья.